поздравления. Уважаемые участники праздника, уважаемые гости, педагогический коллектив, от лица руководителя департамента Виктора Вениаминовича Альковского позвольте мне поприветствовать всех вас, поздравить вас с вашим праздником. В 2015 году школа перешла из департамента образования в департамент спорта. И с этого момента началась новая волна развития учреждения. И мы надеемся, что благодаря поддержке областной федерации бокса, городской федерации бокса, ну и, конечно же, департамента и спорта, вы и ваши воспитанники покажут нам высокие результаты. Еще раз поздравляю вас с праздником и желаем, чтобы ваши звездочки зажглись на российской арене. С праздником! Высокие показатели результативности воспитанников, активное участие в социально значимых мероприятиях и личный вклад в развитие физической культуры и спорта городского округа Самары награждается Куюкин Валерий Иванович, заместитель директора по спортивно-массовой работе. Пискарева Мария Александровна, заместитель директора по административно-хозяйственной части. Отделением